Здрасте еще раз. А теперь послушаем такие колоночки, как JAMA C407. Вот такие колоночки. Сопротивление 6 Ом. Частотная характеристика с 35 Гц до 20 кГц. Заявленная производителем мощность. Долговременная 150 Вт, кратковременная 220 Вт. Слушать мы эти колоночки будем на таком ресивере, как Yamaha RX-V671. Выходная мощность на 6 Омах, ну, в стереорежиме, будет что-то в районе 100-110 Вт. Ну, то бишь он выдает, скажем так. Вот, ну и в общем-то будем слушать, пробовать, что, как, чего. Вот, и давайте поехали, погуляем немножко, походим. Поехали, разные песенки. Так, и, ну, я даже не знаю. Вот так. Эта песенка фигового качества. Не нравится она мне. На пассажок какую-нибудь еще громкую песенку и походим немножко, погуляем.
Даже не знаю, что... Ну, подожди, это что? На одну песенку. Хочу что-то найти все-таки. А, о, я вспомнил. И прогуляемся, малюха. Сейчас, где же нам была? Старая с бородой песенка. Даже здесь так очень эффективно. Но я думаю, дальше уже нет смысла идти. Блин, здесь кайфово слышно. Офигеть, я тут не знаю, сколько тут метров. Ух, далеко. Пошли обратно. Благодарны слушатели, да? Обалдеете. Итак, итого, подводим такой кратенький итог. Jama C407. Сопротивление 6 Ом. Диапазон частот с 35 Гц до 20 кГц. Мощность долговременная 150 Вт, кратковременная 220 Вт. Играет на Yamaha RXUE671. Выходная мощность в стереорежиме на 6 Омах где-то точно... Ну, не помню, не знаю, где-то в районе 100-110 ватт на канал. Вот. Значит, что касается колоночек, значит, играют они четко, ровно, очень хорошо, красиво. Бас свои 35 Гц отыгрывают честно, так же и как и высокие свои 20 кГц, и середина выразительная, в общем, все в них есть. Запас мощности достаточный, даже чтобы их на улице послушать. Вот. Это при том, что мы слушаем на улице. То есть, будь мы в помещении, на такой громкости, это была бы уже жесть. Потому что здесь у нас открытое пространство. Вот. Так что колоночки очень рекомендую. Классные колоночки, мне нравятся. Да, это не high-end, но высокого качества колоночки. Вот, все, подписывайтесь, ставьте лайки, будем еще смотреть, слушать. Все, всем пока-пока.